Нововведение на российско-украинской границе. В Грайворонском районе открыт модернизированный автомобильный пункт пропуска. «Сотвори себя сам». В Валуйском районе стартовала новая социальная акция. Главная цель – помочь людям с ограниченными возможностями найти себя в творчестве. Забавные, бескорыстные, преданные, но бездомные. 18 апреля в областном центре состоится выставка раздачи собак из Белгородского муниципального приюта. Место встречи – Парк Победы. О настоящих мужчинах и проверке на прочность, которую способен пройти не каждый. В Белгороде вышел в прокат фильм «Территория». Сильные чувства и величие русского севера – это достойно внимания.